Лёпа! Детская, познавательная, развлекательная программа. Ребята, привет! И прежде чем мы начнем... Ну что же, друзья, время плавно движется, и мы стараемся использовать его с максимальной пользой. Сохраняя бодрое настроение, мы продолжаем создавать мультфильм. Вкладывая много своего труда в стенах студии мультипликации, мы творим мини-историю о пластилиновых персонажах. Говорить и показывать сегодня будем от души, вдохновляясь искусством. Да. Именно тема искусства и его видов является главной в нашем будущем мультфильме. Как вы помните из прошлых выпусков, по сценарию у нас арт-кафе, в котором будут представлены скульптура, вокал, живопись и рисунок, поэзия, фотография и дизайн. Для оживления героев методом покадровой анимации нам осталось сотворить декорации, чем мы сегодня и займемся. Итак, мультипликатор Лёпа с вами, ваш друг, волшебник с чудесами. Смотрите выпуск не спеша. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Итак, у нас новый выпуск. И что у нас сегодня? Декорации! Назар один знает, что декорации, а вы забыли, что ли? Декорации! Сколько мы писали по сценарию, что у нас с вами после лепки персонажей декорации, да? Все, все вспомнили. Прежде всего, мне хотелось бы спросить, о чем же вообще наш мультфильм? Про искусство, да? И арт-кафе. Арт-кафе. Наши персонажи отправятся в арт-кафе. Мы уже на прошлых программах говорили, да, что там будут у нас зоны, где будут у нас кто там будет у нас. Давайте я... Кошка. А вы можете просто деятелей искусств назвать. Не обязательно каждого персонажа перечислять. Кто у нас там будет? Художник. Вот. Так, кто у нас еще будет там? Енот. Енот у нас кто енот? Скульптор. Так, отлично. Так, я должен... пингвин, повар. Повар. Пингвин, официант, пингвин. Ой, я уже забыл. В арт-кафе. Деловой пингвин. Деловой пингвин. Ребятки, а вот у нас, смотрите, у нас получается будет изобразительное искусство, будет у нас скульптура. Что у нас еще там будет из искусства? Так, что звать? Поэт. Поэзия будет, литература. А можно у меня будет певица-кошка? Ой, какая кошка? Кошка? Мы уже с тобой ее слепили. Кобра. Певицу, все. И у нас будет певица. Вот четыре вида искусства. А еще у нас был фотограф, да? У нас это тоже еще считается лев, искусством. Лев, фотограф. Лев или львица. Ну, потом решим. Можно там слепить много мебели для красоты. Так. Красивой мебели, да? Да, и красивые статуи. Скульптурки будут у нас, да? Ну что, ребята, тогда приступаем. У нас задание есть. Так, какой пластилин вам разминать? Какой нужен будет для... Я делаю коляску. Отлично, коляска уже есть. Я делаю золотую. Да, можешь рисовать. Дай мне еще один листик и карандаши. Я сейчас дам нашему замечательному Роме. Он постарается нарисовать у нас... часть интерьера, обои, да, вот можно будет порисовать. Держи тебе карандашики. Тоже будешь рисовать? Тогда вот так я расположу вам карандаши, чтобы вы могли брать. Нет, сначала нужно лепить вам. У нас мебель, ребята, мужчины-инженеры, мебель, держи, я синий. Инженер. Сможешь сделать два стула и один стол? Да, я думаю, пригодится нам такое. Так. Стас, а вот такие вот узоры можно? Да, мы повесим там рамочки, сделаем, и у нас это будет красиво висеть в нашем арт-кафе. Я буду лепить скульптуры позолоченной жабы. А что такое позолоченная? Ну, мы возьмем золотой пластилин и просто сверху немножко так помажем. Будет казаться, что она позолоченная, с брызнутым баллончиком. А жаба у нас где будет стоять вообще? Зачем она нам нужна? Художник ее рисует. То есть он с натуры, да, ты хочешь сказать, рисует, смотрит на скульптуру. Но у нас тогда получается что? Жаба будет одушевленная или это будет скульптура? Нет, скульптуру он рисует. Он перерисовывает скульптуру? Ух ты, это забавно. Я думаю, это будет
красиво выглядеть в мультике. Так, хорошо, у нас одна жаба есть. Стас, богачи. Да, да. Конечно, конечно, лев. Сейчас разомну. Какой-то стул для пингвина странный. Почему? О, у нас здесь современное искусство. Рома у нас красиво создает обои. Ты можешь взять еще других цветов. Смотри, здесь желтый, зеленый. Здесь как много ярких цветов. И прям красиво сделать. Держи. Каждый может... Да. Держи, лев. Так, есть. Так, стул для пингвинчика готов. У меня будет два персонажа. Ну, один деловой кот, другой деловой пингвин. Так. И они хотели обменять на 15 миллионов долларов и на огромный золотой слиток. А захотят ли они купить в нашем арт-кафе какие-либо картины? Ведь художники у нас именитые, и скульпторы тоже. Хорошо, хорошо, они купят, может быть. Я даже думаю так, мы можем сделать выставку-продажу. То есть они в арт-кафе не только стоят просто в этих зонах, рисуют, ваяют скульптуры, но они еще и могут их продать. Правильно я понимаю? Да, и зарабатывать так денежки. Зарабатывать так денежки. Хорошо. Это мы тогда должны будем запомнить и в мультике не забыть об этом сказать. Потому что бывает такое, что мы что-то по ходу придумали, а потом взяли и забыли об этом в мультике о, снять она, историю. А, сцену еще надо сделать. Ну, на самом деле, сцену это просто можно взять кусочек пластилина, загладить здесь все красиво, сделать сцену. Можно я сделаю сцену, пожалуйста? Сделай. Какая у тебя жаба получилась? Прям серьезный объект искусства. Это ее он будет перерисовывать, да? Да. Твой котик, отлично. Все. Все. Так, что у нас еще осталось? Вспоминаем, что будет внутри арт-кафе. Другая скульптуры жаба. Еще. Другая жаба, скульптуры. Так, фонтаны, да? Да. Итак, кто у нас делает фонтаны? Я. Два фонтана, я. Да? Да. Так, два. Лев не делает. Тогда приступаем к фонтанам, ребятки. Подождите, я доделаю сцену. Чуть-чуть осталось. Да нет, тебе не обязательно делать ее. С крышей, ведь это кафе. У нас и так крытая она. Это же тебе не на стадионе где-то. Надо же сделать эти, как там, не, без крыши. Надо, конечно. И сделать эти занавес. Ой, это похоже... Да, у нас не театральная сцена. Просто вот такие вот импровизированные ступеньки мы давай сделаем. Поднимаются и тут стоят. Тут надо стойку сделать с микрофоном, чтобы они могли подходить, читать стихи. У нас поэт будет. И петь песни. У нас будет змея-певица. Да. Так. Злата, подай, пожалуйста, мне свою картину, я одену раму. Передавай мне, пожалуйста, полотно. Да. Холст. Так, закрепляем. Я только что придумала картину «Желтый треугольник». Мне кажется, ты подсмотрела эту идею у Казимира Малевича, у которого была картина «Черный квадрат». Ну хорошо, оставляй. Злата, держи картину. Вот такая вот рама. Итак, дорогие друзья, ну что же, декораций у нас очень много получилось. Но есть еще один для вас сюрприз, дорогие зрители, дорогие мои ученики-мультипликаторы. Лёпа подготовил арт-кафе. Он его нам сейчас перенесет. И оно у нас появится прямо здесь, на столе. Вот оно, наше замечательное арт-кафе. Так, ну, двери... У нас задвижные, они задвинулись. Так, в это арт-кафе зайдут наши герои, и там они увидят обилие красивых декораций. Здесь будут фонтаны, красивые картины, которых вы успели тут это нарисовать. Растение. Я говорю, вот это фонтан, вот это растение. Так, какая твоя?
Ну ее надо туда. Вот какую раму ты сделала, Злата. Точнее, мы вместе. Да, я ее сделала, ты ее украсила. Так, вот она, Джоконда. Вот. Вот она, наш знаменитый оранжевый треугольник. Еще одна картина. Это будет висеть у нас по всему залу, да? Или в зоне изобразительного искусства? В зоне изобразительного искусства. Хорошо. Березу? Так, это у нас лев создавал. Березу мы вот там поставим. Так, еще у нас и черный квадрат. Русская зона будет. Давай ее сюда поставим, Ромчик. Ставьте ее туда. Хорошо. Ну что ж, уважаемые зрители, на сегодня все. Да, когда мы займемся покадровой анимацией, потом все смонтируем, озвучим, и вы увидите классный анимационный фильм. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, да, ребята? Да. Потому что наша работа действительно сегодня плодотворно завершена. Занимайтесь творчеством, друзья. И всегда стремитесь развивать свои таланты. Пока-пока. Пока! Дорогие телезрители, этот выпуск телепрограммы «Лёпа» подошел к концу. Сценарий, персонажи и декорации готовы. Теперь осталось отснимать все сцены мультфильма об искусстве методом покадровой анимации. Эту задачу мы выполним в следующем выпуске. Оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.